Что касается аэропорта, зонинг, знаете, мы переносили два раза вопросы принятый зонинг. И вопросы, которые рассматривались, их было много. Бывает количество. 80, 70, 50 вопросов. На самом деле это вопросы, которые требовали элементарного внимания и разъяснения. Люди просто переживали, где-то кто-то неправильно понял трактовку, ту или иную трактовку, положение. Необходимо было уделить время и внимание. И когда мы посмотрели, что это перерастает уже в какой-то непрекращающийся процесс обсуждений, не просто уже каких-то таких, знаете, фантазий, поэтому было принято решение. И было проговорено это с председателем Судебного совета. Уважаемые господа, кто переживает, давайте не будем растягивать это время. Сколько вам надо? Месяц? Ну, давайте месяц определимся и не будем выходить сразу. Давайте тоже будем жить немножко по регламенту. А не так вот, я хочу сегодня, пришел, завтра я отдыхаю, вернусь, дальше будем и бесконечно. Поэтому я считаю, что выделенный месяц, срок сегодня доклада представителя совета о том, что месяц готов закончится, мы это говорили, что мы должны сделать, согласно регламенту, мы вынесли этот вопрос. Что касается здания, что касается аэропорта, то с 1-30 числа до 30 числа мы должны были получить сертификат ввода в эксплуатацию данного объекта. Мы его не получили. Согласно договорному соглашению, данных мы не выполнили. Мы, естественно, что высказали такие наши требования, такой, где мы за собой закрепили право, подписываем мировое соглашение, мы полностью сегодня отвечаем на все пункты исковых требований нам ответили, пункты нового мирового соглашения четко соблюдаются. Не выполнили, мы со собой закрепили право. В случае невыполнения выход из данного предприятия. Что мы сегодня реализовали? И получение дивидендов, когда протестные конкуренты. Вы знаете, это лучшая сегодня демонстрация того, что мы не проводим спонтанно, быстро, готовим материалы где-то под столом, кулуарах. Большая работа, проведенная по зоне, постоянные консультации, постоянное обсуждение, открытое обсуждение. Что касается, поэтому и нет. По сути, поверьте мне, что мы сами отвечали, если бы были какие-то вопросы, или видели, что мы что-то делаем неправильно, мы были бы протестны. Нет, потому что те вопросы, в принципе, сняты, и те вопросы, которые принципиально. И сегодняшнее протокольное поручение, за которое практически единогласно проголосовала сессия, и успокаивает наше общество о том, что прибрежную зону ничего не будет строиться, а если будет строиться только после того, как все будет вынесено в публичную площадь, то, что можно строить. Если можно построить спортивное сооружение, давайте его сначала обсудим, посмотрим, какое оно, какие параметры, кто будет заниматься, для кого строить. Но в принципе мы сегодня еще раз, когда генеральный прокурор определил эвакуационные зоны и возможно строительство в них, мы еще раз сегодня усилили те положения и те нормы генерального прокурора. Что касается конкурентов, вы знаете, я не готов сейчас за него обсуждать выборы мэра, хотя у нас сегодня народные депутаты некоторые родительские собирают подписи о переводе. Ну, наверное, и виднее, как там уже жить, видите, там они уже все предъявили законы. Осталось еще выборы, как руководить регион. Ну, это их право. Вы знаете, они сильно будут определять. Я не смотрю по сторонам, мы делаем свое дело, я думаю, что одесситы будут ответ, а кто хочет посостязаться.